Арбеков Афанасий Степанович, 1829-1907 год, священник, педагог, просветитель и подвижник, являлся настоятелем Сергиевского храма в селе Аграфениной пустыни, ныне Агропустынь, Рязанской губернии. «Горе мне, если не благовествую». Именно этими словами апостола Павла руководствовался в своем служении некогда известный протоиерей. Афанасий Степанович Арбеков родился 25 апреля 1829 года в селе Подлипках Рязанского уезда в семье священника. Окончил Рязанское духовное училище и Рязанскую духовную семинарию. По окончании курса семинарии в 1852 году женился на сироте девице Анне Виноградовой, дочери умершего священника Аграфениной пустыни, отца Тимофея Виноградова, и был определен в это село в сане священника. Все силы отец Афанасий направлял на нравственное исправление своих прихожан. Его простота и чистосердечность оказывали на людей огромное влияние. Но все же главное внимание отец Афанасий уделял детям. В собственном доме батюшка открыл церковно-приходскую школу, содержав ее на свои и без того скудные средства. В 1874 году, благодаря его хлопотам, в селе открылось двухклассное училище Министерства народного просвещения, где отец Афанасий был заведующим и учителем закона Божьего на протяжении 28 лет. Со временем министерская школа не смогла вмещать всех желающих, и стараниями отца Афанасия в Аграфениной пустыне в 1889 году открывается земская школа. Каменный храм с пределом в честь покрова Пресвятой Богородицы также был построен в 1891-99 годах в селе именно трудами и заботами отца Афанасия Арбекова. Более 50 лет, с 1852 по 1902 год, продолжалось служение протоиерея Афанасия Арбекова в Аграфениной пустыне. Государство высоко оценило заслуги батюшки, наградив его орденами святой Анны III степени и святого Владимира IV степени. Скончался отец Афанасий 18 февраля 1907 года в Рязани. Проводы любимого пастыря в жизнь вечную собрали в сельском храме тысячи прихожан. Память о нем жива и по сей день. Вся жизнь и труды Афанасия Арбекова – яркий пример служения Господу и людям.